Ребята, всем привет! Вы на канале Toilet Laboratory 356 Скибиди. Сегодня, ребята, я буду делать скин 3 титана в Брукхевен. Погнали! Чтобы, ребят, сделать скин 3 титана, красим опять себя, конечно, в цвет черный. И, ребят, заходим вот сюда и пишем тут, ребята. Вот тут, ребята, сначала берем вот такую вот снайперку. Да, это типа пушки титана, вот это 3 титана, а нет. Заходим и тут, ребята, пишем. Jetpack. Вот тут, ребята, нам надо jetpack. У нас у 3 титана, конечно же, ребят, должен быть jetpack. На чем же, ребят, 3 титана будет летать? Так как, ребята, вы все знаете, у 3 титана джетпак, как у камерамана титана. Вот при этом сегодня я вот этот беру джетпак, ребята, то есть для титана камерамана. Может, ребята, сейчас сделаем так вот, чтобы, ребята, так удобнее было. Не, давайте лучше так. Теперь, ребята, заходим в коды и пишем. Первый код. 4 2 1 3 3 4 6 2 7 5. Вам, ребят, уже, ой, ребят, 4 2 1 3 4 3 4 2 1 3 4 6 2 7 5. И, ребят, нам выдается вот такая вот, ребята, одежда 3 титана. Да, ребят, у нас идет одежда 3 титана. Следующее. Следующий код. 7 6 2 7 6 2 6 4. Да, ребят, вам уже видно. 6 6 5 9 7. И, ребят, нам выдаются вот такие вот штаны. Если что, ребята, это уже мы подходим к одежде 3 титана. И джетпак обязательно нужен. Третий код. 1 4 6 6 1 7 4 3 2 1 1. И, ребят, нам выдаются вот такие вот, ребята, колонки для титана спикермена. Ну да, ребят, они нам, кстати, ребят, еще и нужны. Кстати, а что будет, если убрать джетпак? Они, ребята, у нас все равно так висеют. Ладно, пусть они на джетпаке будут, и так джетпак у нас. Ладно, колонки нам для титана спикермена нужны. Ну, чтобы этот третий титан был, да, ребят. Четвертый код. 1 3 9. Пишем, ребята, 1 3 9 5 6 0 5 6 0 3 7 3 7 5 7 8. И, ребят, нам выдаются вот такие вот, ребята, колонки. Да, ребят, это типа колонки 3 титана. Ну, ребят, вы сами уже видели колонки 3 титана. Такие вот нам выдаются колонки. Так, это уже надоело, ребят, мне. Я-то пусть куда-то в лес. Давайте вот, например, сюда. Все, тут нам никто мешать теперь не будет. Так. Следующее. Следующий код. 153 153 6 5 0 6 5 0 1 1 7 1 1 7 2 5. И, ребят, нам выдается ядро титана ТВМена 3.0. Да, ребят, мы уже сами видели какой-то лазер у 3 титана, но это, ребят, типа титан ТВМен 3.0. У нас только для спикерменов тут и одежда 3 титана. Так. Последний. Остался последний код. 1 5 4 2 8 6 0. Да, ребят, вам видно. 5 3 2 4. И, ребята, нам выдается вот такой вот телек. Это чтобы гипнотизировать. Да, ребят, вы сами уже видели телеку 3 титана. И, ребят, остается голова.
Ну, так как, ребят, давайте посчитаем у нас спикерменов сколько. Раз спикермены, два спикер... Раз, два, три, четыре спикерменов. Менов, раз, два, одежда всех, это одежда, три титана, это всех, и ядро. И, ребят, остается последнее, это голова камерамена титана. И заходим сюда и пишем камерамен титан. Хед, камерамен титан. И, ребят, ищем голову, подходящую для камерамена. Так, что это? Что не было? И, ребят, берем вот эту последнюю голову. Вот. Все, ребят, скин три титана. Ребята, у нас готов. Вот такой вот скин три титана. Если что, ребят, у меня получился скин три титана. Напишите, ребят, в комментариях, какой, ребята, мне еще сделать скин. Это, ребят, уже скин целого три титана. Голова камерамен титана, потому что, ребят, много всего, а только джетпак камерамен. Ну вот, ребята, такой вот у меня получился скин три титана. Давайте, ребят, еще какой-то скин сделаем. Сделаю, ребят, какой-то скин. Не знаю, ребят, какой еще скин, ребята, давайте. О, давайте, ребят, скин ТВ Вумен. А то, ребят, я в шорте показывал, просто не получилось. Так, берем себя, конечно же, вот так вот, ребята. Так, делаем себе вот такой вот рост. Просто я такой рост на дрельмене делаю. Кстати, ребят, если еще под этим видео наберется где-то целых, наверное, тоже некоторые лайков, то я сделаю скин дрельмена. Или дрельвумен. Убираем вот эти все предметы и делаем ТВ-вумен. Так, заходим, ребята, сюда. И в одежде для девчачьей одежды пишем ТВ-вумен. И, ребята, берем первую одежду. Вот это, да, вот этот галстук, если что, ну, такой фиолетовый для ТВ-вумен. Заходим сюда и тоже пишем ТВ-вумен. И берем первые штаны. И, ребята, вот такой вот у нас уже. И осталось последнее. Заходим в шляпы и пишем ТВ-вумен. У нас, ребята, есть вот такие вот головы ТВ-вумен. Берем, ребята, вот эту. Просто она улыбающаяся и какая-то она очень прикольная. И, ребят, конечно же, на голову ТВ-вумен берем вот такой джетпак. И скин ТВ-вумен готов. Так как, ребята, я делаю себе скин... ребят, персонажа из Скибиди Тойлет. Давайте, ребят, еще последнего персонажа из Тойлет, которого я хочу сделать. Это давайте пусть будет G-Man 1.0. Вот, ребята, например, берем такую вот себе форму. Если что, ребят, код на вот это вот чирц, ребята, на вот это вот, ребята, на вот это там, я чтоб, было бежевое, вот это такой голым, то, ребят, я на этот код еще в другом видео сделаю. А скин G-Man 1.0 сейчас покажу, как сделать. Ну, можно и 2.0. Заходим сюда и пишем Скибиди Тойлет. Я вам покажу, как сделать скин всех G-Man'ов сегодня. Ой, лагает, что ли. О, давайте вот тут, вот, ребята, напишем. Просто лагает, наверное. Вот тут вот напишем G-Man. Что про G-Man? О! Сначала, ребят, берем голову G-Man, самую первую. И, ребят, вот это. Первый скин, ребята, это G-Man 3.0. Вот такой, ребята, у меня G-Man 3.0, то есть фейк G-Man. Голову, ребят, мы убираем, оставляем. И, ребята, ищем еще для G-Man что там. Ладно, ребят, нету. О, есть такая вот голова для G-Man'а, но... О, ребят, кстати, вот такой вот туалет есть, ребята, для G-Man'а. Можно поискать и найти, ребят, что-то. Блин, жаль, не нашел. Голова... Ладно, ребят, на этом я с вами прощаюсь. Всем удачи, ребят, спасибо за то, что посмотрели это видео. Всем пока-пока, ребята! До новых встреч! Всем пока-пока!